Новогодние каникулы в Тюмени выдались снежными. Только за несколько дней января выпало больше половины месячной нормы осадков. Дворников буквально завалило работой, которую сегодня доделывают. В первую очередь коммунальщики вручную чистят тротуары и зоны перед подъездами, контейнерными площадками. И только потом приступают к проездам во дворах. После праздников активно задействуют технику. Необходимо оперативно вывести кучи снега с придомовых территорий. На эти горы поступали жалобы от жильцов-многоквартирников. Жаловались, но мы ничего не смогли сделать. И подрядчик, получается, тоже. В праздничные дни убирались тротуары, чистились. А как все отдыхали, машин много было. Технику не заказать, мы даже кучу не успели вывезти. А сейчас все сразу приступили под новогодних праздников, к мизинной уборке. И машин уже меньше, разгоняем.